В честь 80-летия видного государственного деятеля Владислава Павловича Шамшина состоялось торжественное открытие мемориальной доски. Ее установили в доме по улице Орджоникидзе, 45/1. В открытии приняли участие руководство города, компания «Алрос» и ветераны госслужбы, общественность, а также вдова Антонина Ивановна Шамшина и сын Александр. Родные выразили благодарность Илдархану за подписание соответствующего распоряжения, благодаря которому стало возможно не только открытие мемориальной доски, но и публикация его книги. Был избран депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Он, находясь в Москве, присутствуя на сессиях Верховного Совета, убедился, что по-старому нельзя работать, что наступило новое время, новый подход нужен стране. И вот как раз так и получилось. Он начал было активно участвовать в разработке декларации о государственном суверенитете, подготовке документов по взаимодействию с центральной властью Российской Федерации, по обеспечению финансовой и экономической самостоятельности. Поэтому он внес огромный вклад в начале строительства новой Якутии.